Так, сегодня готовлю второй вариант винегрета. Сегодня, кстати, 31 декабря, в преддверии Нового года. Единственный салат пока, который сейчас будет готов. Не знаю, будет ли что, кроме этого, но я больше ничего готовить не буду. Это винегрет с мидиями. Меня больше интересует, как это будет на вкус. Если кто видел предыдущий мой винегрет, из-за чего я стал снимать это все, там я готовил с квашеной капустой. Но так как подумал, что с квашеной капустой и мидии плохо сочетаются, поэтому решил я с огурцами маринованными сделать и добавить зелень. Сейчас еще горох найду. Где-то у меня был горох и гороха. Вот, и в кадре появился горох. Все, сейчас отбори. А, еще свекла. Свекла на балконе. Вот, появился 4 свеклы. Самый важный ингредиент в винегрете. Лук. Почему у меня лук в воде? Я все время, перед тем, как готовить, я лук обязательно опускаю в воду. Вот на 10. И он теряет свои свойства, которые, как сказать, он уже не щиплет глаза. Перед тем, как его добавить, я его, кстати, ошпариваю водой, чтобы он не горчил в винегрете. Сегодня у меня лук белый, в тот раз у меня был салатный, этот белый лук. Довольно сочный. Вот. Тоже у меня получилось, немножко переборщило, конечно. С ингредиентами придется пересыпать в кастрюлю, потому что здесь мне не размешать будет. Еще горох хочу добавить. Так. О, отлично. Вот сверху стекла стало. Ну, надо посолить еще будет. По-моему, соль не помешает. И масло еще душистое он будет. Горох. Это гороха. Все делаю на глаз. Ну, как обычно. Просто меня обвиняют. Сейчас немножко я перемешаю. О, миди появились. Сам они. Не знаю, зачем я это снимаю. В принципе. Это и так все умеют, все знают. Мне был сам факт попробовать, как это будет с мидиями. Насколько это получится. Ну и маслица. Масла много не бывает. Масло это витамины. Нерафинированное надо обязательно есть. Так. Размешал. Сейчас попробую прямую мидию. Давайте. Очень неплохо. Рекомендую. Пост добавлять сюда мидии, морепродукты разрешены. Там. Ну, сочетаем. Мне просто супруга извинялась, что говорит, что это не сочетает, что это будет невкусно. Вполне рекомендую. Сейчас мидию найду еще. Здесь сказали, что такое не будут. Ну, мне больше достанется.